У Гомеля сегодня стартовал областный этап турниру «Снежный снайпер». У им удельничают дети, которые не занимаются профессийным спортом. На споборництвы, которые проходят на уникальном биатлонном комплексе, приехали удельники из усяго региона. Подробности в наступном материале. На лыжароллерной трассе спортивного комплекса «СОЖ» собралось больше, как 350 хлопчиков и девчинок из усей Гомельщины. На старт выходят обычные школьники, которые не занимаются в специализированных установах. Усяго 4 взрослые группы удельников. Яны споборничают на трех дистанциях с двумя огневыми рубежами и у эстафетных гонках. Переможцев вызначат у особистым и командным заликах. Кроме того, что мы заинтересовываем, конечно, ребят к занятиям физической культуры, к занятиям зимними видами спорта, но в перспективе это наши, надеюсь, будущие олимпийские чемпионы отслеживали момент, чтобы ни один из детей не являлся спортсменом какой-то спортивной школы. Гэтая траса приняла первых наведвальников у 2019 годе. На объекте два уздыма разной крутизны, вышиней по 3 метры. Особной уваги заслуговывает биатлонное стрельбище на 24 мишени для дробнокалиберной винтовки. Аналогов в Украине нема. Комплекс обсталяваны системами штучного оснеживания и видеоназирания. Трибуны вмещают 500 глядачов. На церемонии открытия яны цалком заполненные. Этот уникальный объект был построен по поручению главы государства Александра Григорьевича Лукашенко. И мы сегодня действительно на этом объекте проводим соревнования на призы президентского спортивного клуба. И вы смотрите, сколько сегодня уже участников принимают активное участие именно в спортивном соревновании под названием «Биатлон». И ведь сегодня основная эта задача, которую мы ставим, чтобы из непрофессиональных ребят из сельской местности найти ту же Дарью Домрачу, которая бы прославила нашу Гомельщину, нашу страну. Поэтому 350 участников, которые приехали из районных центров, будут сегодня бороться за победу. Педагоги и юные спортсмены уже оценили махчимости спортивного комплекса. Тренировки проходят каждый день. Несколько тыдней тому на трассе выкористовывали штучный снег. Але на гэтые споборницы подарунок юным биатлонистам зробила природа. Мороз и щильный снег – лепшие умовы для забегов. Это большой скачок, особенно вот так, для Гомеля, Гомельской области в плане лыжной подготовки. Потому что до этого тренировались, так сказать, своими силами, где придется, сами укладывали где-то трассу. Вот. А сейчас вся инфраструктура практически, трасса, снег. Пожалуйста, приходите, катайтесь в любое практическое время. Заезды турниру «Снежный снайпер» пройдут сегодня и завтра, а так само с 25 по 28 студеня. По выниках споборництва будет сформирована сборная в области, якая представит регион на республиканском этапе у лютым. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».